Новый сезон на канале 16 стартовал 2 недели назад. За это время наши журналисты уже успели поведать вам несколько интересных историй нашего города, которые происходили несколько десятков лет назад, рассказать последние новости из мира кинематографа, поделиться размышлениями малышей об осени. В эфире нашего канала зритель уже мог видеть свежие выпуски любимых программ и даже спецвыпуск соседского Wi-Fi. Но нам по-прежнему есть чем вас удивить. Уже в это воскресенье на ваших телеэкранах появится новый проект под названием «Культпоход», который призван развенчать миф о том, что в Сарове совершенно некуда сходить и нечем заняться в свободное время. Сталкиваясь непосредственно каждый день с разнообразными интересными мероприятиями в сферах культуры, понимаю, что на самом деле в городе много чего интересного происходит. Хочется, чтобы саровчане об этом знали. Формат программы – это дайджест, или по-другому можно даже сказать, гид по культурной жизни города. Премьеры спектаклей, гастроли, концерты. Программа «Культпоход» придется по душе каждому жителю нашего города. И тем, кто считает себя истинным ценителем искусства и не пропускает ни одного открытия выставок. И тем, кто выбирается в театр или музей лишь раз в несколько месяцев. Наша программа подойдет для зрителей абсолютно любого возраста, потому что в культурной жизни города происходит очень много интересного как для детей, так и для людей взрослого и даже зрелого возраста. Также в нашей программе мы будем рассказывать не только о культурных событиях, но и о интересных личностях, которые тем самым искусством и занимаются. В нашем первом выпуске у нас будет выйдет большое интервью с народным артистом России Евгением Князевым. И наша съемочная группа имела уникальную возможность пообщаться с этим очень важным деятелем театра и даже современного театра вообще о судьбе этого направления искусства сейчас в стране. А еще литературный вечер в библиотеке имени Маяковского, гастроли спектакля «Супруги Каренины», съемки проекта «10 песен атомных городов» и многое другое. Все это смотрите в первом выпуске программы «Культпоход» уже в это воскресенье в 8 часов вечера.